Тема 861. Фанатская одежда для грудничков. Фанаты – самые лучшие клиенты. Они готовы покупать, не торгуясь, не постоят перед трудностями оплаты и доставки. Поэтому это очень хорошая целевая аудитория. Худо-бедно взрослых фанатов специализирующиеся фирмы товарами обеспечивают. А вот совсем маленьких, вернее, это не фанаты, это их дети, не вполне. А ведь маленькие дети сегодня не только являются объектами обожания, но иногда становятся и атрибутами тщеславия. И вот одна ирландская новоиспеченная мамаша, поклонница национальной общественной организации Гаро, Гельской атлетической ассоциации, поддерживающей спортсменов-непрофессионалов, родив ребенка в 2005 году и не увидев подходящей для него фанатской одежды, решила сшить ее сама. Окружающие люди, заметив превосходство ее малыша над своими детьми, начали просить сшить для них такие же костюмчики. Так начался бизнес молодой матери двоих детей по шитью фанатской одежды для малолеток. GoGa Baby Clothing, GoGa Baby. Причем, ее бизнес состоялся не только на локальном, но и на международном уровне, что подтверждает то, что фанаты ни перед чем не останавливаются. 20% всех ее заказов идут из-за рубежа. Если вы знаете каких-нибудь фанатов вокруг вас, присмотритесь к ним. Может быть, они не прочь одеть своих детей в атрибут своего фанатизма. Тогда вы сможете на этом заработать или даже создать международный бизнес, привлекая аналогичных фанатиков со всего мира.